Итак, судебный участок номер 138 Видновского района Московской области открыт. Сказал, как отрезал, и быть посему. Мимолетное, на первый взгляд, торжество на самом деле знаменательно для жителей Ленинского района. В одном здании с 11-м судебным участком присоседился новый, 138-й. Дополнительный участок даст населению Видновского района и городу, населению города Видное, больше доступность к правосудию. Видновчане помнят, как в 2001 году, когда в стране возрождался Институт мировых судей, в Ленинском районе образовалось сразу 4 судебных участка. Этого вполне хватало, но город растет. Мировым судьям потребовалось подкрепление. Очень много людей обращается по различным вопросам, да, и чтобы меньше было очередей для рассмотрения этих вопросов, и чтобы, я считаю, вопросы рассматривались более своевременно и более качественно, вот образуем новый судебный участок. В присутственном месте своя логистика, как избежать столпотворений, как создать приемлемые условия для работы людей. Все это постарались предусмотреть в новом помещении. Есть достаточное количество кабинетов, просторный зал заседаний. Особое внимание уделено требованиям безопасности. Новоселы уверены, очереди к ним станут короче. Мировым судьям и посетителям здесь будет удобнее. Кстати, большинство дел касаются административных нарушений. И тоже этот уровень достаточно снижается, например, дела, которые связаны с алкогольным опьянением, все-таки идут на спад, несмотря на то, что большое количество их. То есть я считаю, что общая обстановка все равно выправляется. Уж не знаем, существует ли такое понятие, как фэн-шуй по-мировому, но даже на первый взгляд нетрудно разглядеть, как основательно и по-рабочему все обставлено в новом судебном участке. В общем, все готово, можно и за работу. Юлия Погосян, Павел Игнатьев, Лена Кошелева, Видное ТВ.